Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, у нас через 3 часа 14 минут закончится сезон, и я нахожусь в алмазной лиге. Это, кстати, очень классно, потому что мы получим 280 алмазов плюс пиньяточку вот эту и кубок. Это будет хорошо. Ну, а мы с вами продолжаем проходить основную сюжетку и, естественно, за растение. Так, ситуация накаляется. У нас ржавый разряд. Я не знаю, может быть, нам сыграть за бабаха? Как ты думаешь? Или давай попробуем вначале за бабаха сыграть. Если не получится, будем кем-нибудь другим. Нам, во-первых, нужно посмотреть, что он делает, за кого играет, какие у него карты. Так, надгробие. Ягода, в принципе, оставить можно. Так, здесь поменяем. Да иди ты, ну что вот. Ну что мне дали, а, ребят. Ну, не очень хорошие карты, конечно же. Опачки, рестлер. Сразу же, да? Блин, два в лицо, как печально, а. Рестлер. Тихо, тихо, тихо. Вот это вот не надо тут, пожалуйста, выставлять. Кто там, интересно, был в этом надгробии у него? Сумоист. Вот оно как, да? Блин, что бы мне поставить-то здесь в противовес? А? Скажи-ка мне. Ничего пока не могу сделать. Так, а вот этого ханурика нужно как-то бомбануть. Я не знаю, ребята. Как? Выставляем, наверное, сюда ягоду. Потому что он будет прокачиваться. А когда он прокачивается, соответственно, и все спортсмены тоже прокачиваются. Так что это не стоит забывать. Ага, ага, пошел, пошел заниматься прокачкой. Опа-на. 4-4 становится. Так, а я его могу бомбануть? Могу, в принципе. Давай, наверное, так сделаем с тобой. Это раз. И, во-вторых, вот так сделаем. Потому что нам этого ханурика нужно уничтожить на этом ходу. Иначе в следующем ходу он будет уже 3-6, а этот будет 4-4. И это не очень будет приятно. Так. Нам достается кактусенок. Блин, тут наверняка у нас опять же этот сумоист. 100% тебе говорю. Сумоист. Так, если мы сделаем... Если мы с тобой сделаем сюда вот грушу. Ладно, поставим грушу сюда. Поехали, посмотрим. Да, сумоист, он, наверное, сдвинет мне ягоду, мне кажется. Ага, вот так даже сделал. Чё там? Не успел прочитать, что там, наносит урон? Трындец. Ты прикинь, что он делает. Ну ладно, предположим, 3 и здесь 2. То есть 2 в лицо мы только получим. Нам достается мина. Я пока, наверное, ее не буду здесь тратить. Так, ну сумоиста мы с тобой запинаем. И всего 9 хп у нас остается. Этого мало, друзья мои. Этого мало. Опа-на. Да ну, завязывай уже. Что я могу сделать? Сюда поставить мину. К примеру, да? Сделаем с тобой так. Потом можем, конечно, еще орех сюда поставить. Или же вот этого уничтожить. Блин, ну мы получим 4 в лицо, потому что он пробьет здесь, да? 4 в лицо — это хуже, чем 3. Поэтому давай я сделаю сюда орех, поставлю. Опа! Вот это хорошо, что она выпала. И вот здесь вот выставим. Нет, 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 нет. Ну с какого перепуга, блин, прокачки? Я про это совсем забыл. Ай-яй-яй. Так, получится у нас? Да, этого ханорика мы сейчас с тобой уничтожим. Вот здесь, конечно, немножко хуже получается. Так, этого говорюшу уничтожаем. И 2 в лицо мы с тобой сейчас получим. 7 хп. Есть кактус у нас с тобой. Кто там? Вот кто там у него в этом надгробии? Я не знаю, друзья мои, кто у него там стоит. Ну, я знаю точно, что нам нужно с тобой поставить... Блин, неужели сумоист опять, а? Я думаю, что мы с тобой вот сюда поставим кактус. Да? Потом сделаем, наверное, вот так.
Поехали, смотреть будем сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, Гаргантюа. И что он делает? Вот так он решил, да? Так, смотри. Мы наносим единицу урона. Этого уничтожаем. Так, Гаргантюа тоже бомбим. И 7 в лицо даем. Так, а у нас при этом при всем 6 хп всего лишь. Это нехорошо. Ага, вызвал, да, значит? Давай, давай, сюда иди. Так, ко всему прочему, мы можем вызвать кактус. А нужен ли мне кактус, а? Может быть, нам лучше вот этого вызвать? Поехали, ребят. Уничтожим заодно и вот этого ханорика. Так, и посмотрим теперь, что происходит. Да, ребят, по-моему, ему крышка. Ах ты! Уничтожает растение 5 или больше. Ну, нифига ты. Вот засранец, что творит, а? Кого он сейчас выставит? Хе-хе-хе, прикрывается, да? Просто уже прикрывается. Делать ему, как говорится, больше нечего. Я выставляю сюда нашу свеколочку. Этого, естественно, уничтожаем. И поехали. Ну вот, ребята, и крышка этому ржавому разряду. Мы с вами переходим на второй бой. Так, получаем с тобой даже 100 билетов. Прекрасно. Интересно мне знать, кто здесь будет у нас. Оставляем, опять же, бабаха. Земех. Ну ты смотри, сегодня у нас против зомбарей, которые у нас механические, да? Так, вот это надо. Ничего себе, эй-эй-эй. Дайте мне что-нибудь послабже. Ну, хотя бы вот так вот. Шипастая лужайка. Ананасовая бомба. Я не знаю, мину я пока не буду ставить. Перебьемся. Он тоже ничего не стал ставить. Ладушки. Ну, а теперь, наверное, я думаю, надо ставить шипастую лужайку. Я ее вот сюда вот влеплю. Окей. Ничего опять не ставит. Так. Ага, 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 конечно, конечно. Танцовщик туда выставил. А я вот так вот сделаю. Вот и хорошо. У нас здесь будут шипастые лужайки. Этого можно еще и вот так вот наказать, чтобы вообще урона мы с собой не получили. Так, бомбанули. И этот отдупляется. Но у него карт много. Так, выпадает мне кактус. Мне вот это не нравится. Мне вот это вот совсем не нравится. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Сейчас мы ушатаем. На тебе. Замечательно. Так, у нас есть шаманство. Да чтоб тебя. Погоди-ка. Вот это мне не нравится. Он поставил сюда на шипастую лужайку. А кто здесь может быть? Сумоист, да? Может быть. А если я сделаю вот так, предположим, и вот так, плюс сделаем с тобой, например, шаманство. С картами вообще напряженка у меня. Кто там? Блин, там клоун, ребята. Ай-яй-яй. Что творит? Посмотри, а. Блин, еще 2 в лицо получим с тобой. Совсем дело плохо. Да-да-да-да-да, идет прокачка. Это понятное дело. Воу-воу-воу. Способность безумия все получает. Мне это совсем не нравится. Короче, давай так сделаем. Уничтожаем эту зомбарику. Ну, а здесь придется, наверное. Блин, безумие, это. Он пробьет, да? Он получит. Получится, что он мне 5 в лицо нанесет. Нет, не получилось у него. Его... Нет, я его пока трогать не буду. Мы с вами уничтожим с помощью винограда. Того ханорика. Ну, что он там? Ничего не стал делать. Очень интересно. Очень интересно. Давай мы уничтожим этого зомби. И пропустим с тобой ход. Сейчас он думает, кого поставить, да? Здесь везде шипы. Ах ты. Понял, он мне огурец галактически уничтожил.
Наносит 3 единицы. Блин, всех бомбит. У него одни заклинания, что ли, остались там, а? Смотри. Чего творяет? А я выставлю... Погоди-ка. Лекаря позвал. Не пожалел же его, да? Потратил. Вот кто у нас пойдет. Кукуруза сейчас в бой. Как раз мы этих всех быстренько с тобой и уничтожим. Давай, кукурузка, бомбани хорошенько по ним, по всем. Чтобы знали свое место. Замечательно. О, сейчас 6 в лицо дадим еще. Прекрасный, прекрасный, ребята, у нас выбор идет. Слушай-ка, а здесь неуязвимость. Да что ты будешь делать? Опять он лечится. Ну я его, наверное, вот так вот, да, бомбану. И поставим мы с тобой вот сюда. Ну-ка. Ничегошеньки не стал делать. Секунду, он карту себе оставил эту. А что там за карта? Что там делает? Я не знаю, если честно. Слушай, можно нам вот так, наверное, все-таки сделать. Так будет лучше, согласись, чем шипастая эта лужайка. И, ко всему прочему, мы с тобой сделаем вот так. Ну-ка. Задумался. Наносит 2 единицы урона. Окей. Еще 2 единицы урона. Ну да, я был прав. У него, по ходу дела, были одни заклинания. Ну что, 1 единицу урона, я уж думаю, как-нибудь мы ему нанесем. Нет, 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 нет. Хотя подожди. Это нужно поблизости уничтожать. Но мне кажется, там гаргантюа какой-нибудь стоит мощный. А нам по барабану, да? У нас же все равно неуязвимость. Так что... просто пропустим. А, так тут вот кто. Фе. Так, зомби получает плюс 5 к здоровью. Вот так, он все равно не пробьет. Не сможет он пробить мою кукурузу. Потому что она имеет неуязвимость. А вот и кокосовый король подоспел. Давай вот сюда вот поставь, пожалуйста. Орешек. И добьем вот эту вот чудилку. Ребят, я думаю, что шансов нет у него. Хотя... выпендривается. Выпендривается этот замех. Ну и это все, что ты смог сделать. На тебе. Отлично, мы с вами идем. Очень великолепно. Сам прекрасно видишь поддержку за нами. Так, получаем с вами, естественно, билетики. И дальше у нас, опять же, будет ржавый разряд. Но сейчас он будет еще более агрессивный. Так что не расслабляемся. Может быть, даже... видишь, что он делает? Начинает сразу же игру с рестлером. Но, в принципе, неплохие карты у меня в руках. Так, ого, ржавому разряду помогает армрестлер. Я предпочитаю смотреть такое по телевизору. Но вам все же придется сразиться. Да, Дэйв, придется мне с ним сразиться. И еще один. Упс. Слушай, а это дело пахнет керосином, знаешь почему? Я тебе объясню. На следующий ход, если он выставит чувака, который прокачивает всех танцоров, это будет крышка. Или даже неуязвимость. Есть такой чувак, тренер, да? Он может вешать неуязвимку. Или тот же самый чувак... поддержка. Так, подожди, сейчас посмотрим, что он будет делать. Еще один рестлер. Так, мы можем с тобой сделать вот таким вот образом. Блин, конечно, жалко, что не могу вот этого уничтожить, Ханурика. Чё? Зашибись. 2-7. Блин, это плохо. Ну зачем надо было так делать, а? Не-не-не-не-не, вот это вот мы с тобой уберем. Этого здесь быть не должно. Ха. И поставлю сюда кактус. На тебе. Так, у него 3 карты, сейчас будет 4. Вот этого надо уничтожить. Опа-на. Ну с этим мы разберемся с тобой. С помощью... вот этого. Да? Главное, чтобы я это все не зря делал. Так, шаманство. Опа-на. У нас с тобой есть лужаечка, да?
Там будут появляться у нас подсолнухи. Я думаю, что вот сюда, если мы выставим, это будет неплохо. С этим нужно как-то кончать, как можно быстрее. Да иди ты, блин. То одно у него, то другое. Поставим сюда мину. Слушай, с этим нужно завязывать как-то. Я не знаю, может быть. Давай так, наверное, микс сделаем. И собачку я сюда поставлю. Слушай, ну я с картами вообще, ребята, по полной программе фейлюсь. Все равно мы с тобой два в лицо получим. Это неизбежно. Ага. Прибережем пока. Надгробие. Воу! Вот этого я боялся, ребята. Вот этого я как раз и боялся. Твою же налево. Жалко песика. Понимаешь? Песика уничтожат. Я так и думал, что у него будет этот спортсмен. Ох, 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 охошечки. Вот как мне теперь с ними тут драться, объясни. То, что подсолнух появляется, это, конечно, все хорошо, но вот как мне с ними драться? Ума пока не приложу. Так, нет. Не надо здесь никаких надгробий. Гаргантюа был, ты прикинь. Так, переместите растения. И я вытяну карту. Слушай, по идее, мне надо как-то так сделать, чтобы... Ну вот как это сделать? Если я, например, наш кактус переброшу вот сюда. Ага. Ну, хотя бы так давай попробуем сделать. Не знаю, что из этого получится. Поехали. Так, ну этого ушатаем. Два в лицо. И вот этого тоже добьем. Нет, не добили, ребят. Еще один подсолнух появляется. Мне бы карт бы дали бы нормальных путевых. Ё-моё, они это... Две энергии. А фиг ли мне эта энергия, если мне даже поставить никого. Оу. Да ну. Ну все, ребят, это крышка. Это крышка на самом деле. Потому что, ну, здесь мне уже ничего не поможет. Этот будет прокачиваться. Соответственно, эти тоже все будут прокачиваться. Короче, трындец. Приплыли. Блин, так не хотелось бы, чтобы кактус уничтожали мне. Все зомби получают плюс 2. Здесь тем более крышка мне. Так а что мне это? Мне это разве поможет? Наносит 3 единицы урона. Нет, конечно же. А так бы, да, так бы была бы у нас победа. И у него все... Во! Слушай, подожди, 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 посмотрим. Блин, этот прокачался, а. Ну, если, например, бомбану здесь. Это мне хоть как-то поможет? Можно вопрос, почему не вырос здесь подсолнух? А? Почему, я спрашиваю, вот здесь вот не вырос подсолнух? Он ведь должен был появиться здесь. Все зомби получают плюс 2. Ну все, тут хана, ребят, мне. Офигеть. Я не понял, почему подсолнух вот на этой дорожке не появился. Он должен был появиться. Каждый ход он появляется. В чем проблема? Как нам быть? Вот самые опасные, это, конечно, вот эти вот тренеры, которые вешают неуязвимость. Я, конечно, сейчас попробую еще раз переиграть. Стоит ли нам это выставлять? Думаю, что стоит. Вот кокосового короля можно поменять. Не, тогда и этого поменяем. Ну что ты выставил, господи. Да я знаю, Дэйв, не надо мне тут по 3 часа одно и то же говорить, что, как и почему. Два в лицо получаем. Понятно. Что он дальше будет делать? Ягода нам достала, да? Если я, например... Сюда поставлю. Он наверняка будет отвлекать.
100% он будет отвлекать. Давай, песе. Но нам нужно не забывать про него. Опачки, имитатор. Имитатор. Ну давай поставим так. Подожди-ка, а он когда он будет? Я просто зазря поставил, что ли, этого чутика сюда? Он же должен был как-то вроде бы копию сделать. Видно, я что-то где-то недопонял. Эй! Эй, не надо, не надо так делать. Пёси, ты, конечно, молодец, что побежал спасать, но я лучше его вот так вот. Лучше я вот так. И надо нам вот этого Гаврюшу уничтожить. Сделаем это вот таким образом. Опа! Поехали. Никаких рейсеров тут нам не нужно, согласись. Хватит, мы уже с тобой хлебнули горе с этими рейслерами. Упс. Погоди-ка, а что я сделаю? Ну, в принципе, да, есть вариант у нас с тобой. Если я ему нанесу урон в 5 единиц. Я надеюсь, ты добьешь его. Голубчик, если не добьешь, он по мне 4 в лицо попадет. Е. Жалко собачку, но она мне помогла. Ход зомби, кто тут опять? Начинается, короче, добор мозгов, блин. Сейчас тут будет выставлять. Началось. В России утро. Ну и как? И вот как мне с ним драться? Если я даже поставлю здесь шипы, которые не нанесут ему вообще нисколечко урона. В плане. Блин, если бы я знал, что так, я уже взял что-нибудь другое. Что он там делает? А, восстанавливает себе здоровье. Слушай, ну я знаю, что думаю. Мы здесь опять с тобой проиграли. Несмотря на то, откуда у тебя спортсмены-то вот? Откуда взялись, блин? Их не было, блин, откуда-то появились. В тот раз он их не выставлял. Откуда сейчас они у него взялись? Опа! Твою же налево, что творит, что чудит, а? Ну ты посмотри. Конечно, мне только вот этого остается бомбить. Так, предположим, и все. И 7 в лицо. У нас с тобой сработает, конечно, защита сейчас. Нифига не сработала никакая защита. Слушай, а есть вообще что-нибудь такое, чтобы я смог противостоять этим... Не. Не, ребята, ну тут уже все тут. Это бесполезно. Что ты тут сделаешь? Абсолютно ничего. Переместить растение. Так а что мне это даст? Мне это ничего не даст абсолютно. Если он начал своих этих спортсменов долбанных вызывать, так и все. Пропустим. Ладно, светильник мой выживет здесь еще. И сейчас мы... Да все, тут проиграли. Я ведь не могу нанести урон, так ведь? А, могу. Только это мне нисколечко не помогло. Да, друзья мои, делаем выводы. Что это все ерунда. Ну что, бабах, на кого тебе поменять, я даже не знаю. На перец, ой, на перец, на орех. Давай посмотрим, что у него за карты. Здесь у нас все связано с лечением. Так, есть у нас кабачок. Но здесь нет неуязвимости, да, к сожалению. Так, подожди-ка, здесь нам пригодятся, скорее всего, надгробия. Может быть, нам взять парочку. Так, вот этого, наверное, уберем один. Газонокосилку, я думаю, что надо оставлять. Кого убрать-то? Я даже не знаю, кого. Мину, что ли, одну уберем с тобой. Так, кукуруза останется. Давай берем мину. И возьмем вот так вот. Слушай, а этот уничтожает... Посмотрим информацию. 3 или меньше. Кстати, вот он, эта кувалдочка очень даже пригодится может нам. Да-да-да, кстати, очень может пригодиться. И я, наверное, скорее всего, возьму сейчас ее. Только вот надо посмотреть
Вместо кого? Может быть, убрать один этот и добавить. Ну что, попробуем, ребят, сыграть за орех. Но у него опять же эти спортсмены, чтоб их разорвало на кусочки. Все и так шло хорошо. Так, мина есть, это ставим. Так, подсолнух, наверное, ой, подсолнух этот мы берем. Что-то вообще, а кого я тут буду выставлять-то? Эй, ну мину, ладно, я сюда поставлю. Ход. Давай вот так вот сделаем. Ну, рестлера мы с тобой убрали. Пол дела сделано. Кого выставлять-то? Вот даже как, да? Надгробие. Там 100% сумоист. Ха-ха, так и есть. Там прятался сумоист у нас. Тоже неплохая, кстати, картишка. Блин, вот какого лешего ты сюда пришел, а? Вот какого лешего ты сюда пришел? Давай сделаем вот так. Угу, на тебе в ответку. Я сейчас сюда поставлю лужайку, ребят, скорее всего. Я поставлю сюда лужайку. Мы будем получать урон, конечно. Но я тоже буду получать здоровье, восстанавливать себе за счет вот этого растения. Так, а это сейчас прокачать же этого, блин! Я про это совсем забыл. Я совсем про это забыл. Так, ну что, может быть, нам неуязвимку поставить пока? -1, -1, да, делает? Я поставлю, наверное, сюда неуязвимку, чтобы пережить эту атаку. А мы с тобой уничтожать будем всех зомби на земле. Значит, вот этого можно подбивать. Поехали. Смотри, что творит, а? Ты смотри, что он сделал, он шаром. Да, мы будем с тобой всех растений зомби на земле. Они на земле? На земле вот эти вот чудики. Поэтому мы сейчас их будем с тобой и уничтожать. Давай, давай, давай. Прокачался, да? Все, но... Блин! Черт с ним, поехали. Жалко, кукурузу, конечно, сейчас бомбанут. 4 в лицо. Ну, если, например, даже... Это мы с тобой ставим. Если даже я использую кабачок. Ага. Опять добор мозгов. Как обычно. Тут 100% сумоист прячется. Нет, тут прятался Гаргантюа. Да что ж такое-то, а? Да нет, ребят, ну что-то вообще не получается и все. У меня не получается здесь одолеть их. 100% здесь, наверное, тоже какой-нибудь Гаргантюа стоит, да? Тебе так не кажется? А мне вот кажется. Если я вот так даже сделаю, а? Поехали. Воу-воу-воу-воу. Сдвинул еще упырь ты чертов, а? Ну что тебе? Все, да, тут пышка. Че мне тут поможет? Да ничего же. Ничегошеньки мне здесь не поможет. Этот еще выжил, хламон. Семечку дали. Ну и что мне от этой семечки? Ну вот что мне толку? Сюда я могу поставить орех, так? Если я поставлю сюда, он может же уничтожить. Наверняка у него там есть шар или еще что-нибудь. Как пить дать у него есть? Давай, наверное, вот так с собой сделаем. Да блин, эволюция-то... Нифига не сработала. И вот от этого нужно как-то защититься. Ну,
предположим, я поставлю семечку. Да ладно, ничего не стал делать. Не может быть такое, что просто счастье какое-то. На тебе. Так, ну не забывай, что у него есть тренер, и он 100% его выставит. Он не может этого дела пропустить. Ага. И давай своего спортсмена. Вот. Все получают неуязвимость. Замечательно просто. Просто великолепно. Лучше даже и быть не могло. Так, ладно, сделаем сюда вот так вот. И нам нужно с тобой хильнуться. Вот таким вот образом. Уху-ху-ху-ху-ху. Что же сделать? Как же быть? Поставим сюда мину. Ну и вот так вот. Не знаю, друзья мои. Тут очень, конечно, все жестко. Так, орех там, конечно, сопротивляется. Это очень классно. У него все поля забиты. Что он может здесь выставить? Я не знаю, ребят. В принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он тут очень-очень все жестко сделал. Пиу. 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 Ну, кактус я сюда поставлю. Будет ли от этого толк? Да, по идее, должен быть. Так, секундочку. Кто-то опять мне там звонит. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас здесь выйдет. Ну, о чем задумался-то? Уничтожает растение 2 или меньше. Понятно. Так, восстанавливает 6 единиц здоровья. Тоже ясно. Оп, смотрим сейчас. Так. Здесь нам даже атаковать некем, понимаешь? Все, у меня карт не осталось. А этот прокачивает их дальше. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Предположим, так сделаем, да? Подсолнух, тебе, наверное, придется... Я не знаю даже, что ему придется. Ему придется, наверное, переместиться вот сюда. Шаманство мне дали. Ну, давай сюда попробуем. Ага. Вот так тогда. Поехали. Сейчас, по-моему, тут он мне... Нет, ничего он не стал делать. Самое противное, что вот этот-то будет постоянно прокачивать. Понимаешь? На тебе. Он же сейчас еще может одного этого вызвать. Ага. Берет мозги. Мозгоклюй. Так, вот этого мы с тобой уничтожаем здесь. И сюда вот ставим так. Да. Этот гаргантюа, все, подбили мы его, е-мое. Наконец-то. Так, что там у него? Зомби получает плюс 5. Твою же налево. Он выживает. Я вообще без карт играю. Понимаешь, да? Прокачивается. Так, этого мы можем, например, уничтожить молотком. Вот этого вот. Что мне это даст? То, что вот эти вот чудики сейчас начнут прокачиваться. Но этот-то фиг с ним. Вот этот меня больше волнует. Понимаешь? Сейчас они... Ой, наполучает. Господи, смотри. Тут, тут. Люто. Этот еще вылез здесь. Ха. Че за дела? А че мне карт не дали? Типа карты хочет, что ли? Или в чем вообще проблема? Ребят, ну согласись, что победа практически была у нас в руках. Практически. Опять же, мне повезло, что у меня была вот эта вот дорожка. Жалко, конечно, что недолго она, конечно, здесь у нас... Ну, не то, что недолго, она мне здесь практически не помогла. Гаргантюа мы сдерживали с тобой одного. Но этого недостаточно. Еще разок попробуем с тобой сыграть. Давай вот так, наверное, поменяем. Кактус, орех.
Ну, наверное, вот так вот оставим. Да я понял, понял. Красоты, а! Ну, вот так я сделал. Почему, ребят? Ну, чтобы нанести... Уничтожить хотя бы одного рестлера и этому тоже нанести повреждение. Так. Вот таким вот образом. Дальше что мы с тобой можем сделать? Поставить ягоду. Он сейчас будет, естественно, надгробие. Ну, давай вот так вот сделаем. Если здесь сумма есть, куда вот он его сейчас передвинется? Скажи, вот куда? К себе, что ли? Или хочет 4 в лицо получить? К себе. Это правильное решение. Дальше. Дальше, дальше что? Хотя бы это. Твою ж налево. Блин, он за счет вот этих зомби, ребят, успевает накопить энергию. Естественно, здесь просто еще и этого вызвал, чудилу. Так, давай мы, наверное, с тобой. Так, это минус один всего лишь будет. Тогда мы сделаем... Блин, я не знаю, как тут лучше сделать. У него 100% есть этот шар. У него же есть этот шар, как ты думаешь? Да 100% есть. 100% он у него есть. Горелый, я не знаю, как тут лучше сделать. Хотя в данный момент, да, ребят, в данный момент он ничего нам не сделает своим шаром. У него потому что заклинаний нету. Поэтому ягоду я высыплю сюда. Ну, как обычно, мы с тобой получаем урон. Неуязвимость я пока тратить не собираюсь. Угу. Шипастая лужайка, вот это классно. Блин, да чтоб тебе. Он не дает мне воспользоваться моим, как сказать, преимуществом. Мы сделаем с тобой так. Можем поставить неуязвимость. Вот таким вот образом. И передвинем наше растение вот сюда, чтобы уничтожить этого ханурика. Поехали, этот отдуплится от шипастой лужайки. Так, в лицо ему. 8-5. Уже лучше. Ага, рестлера поставил сюда. Вот этого гаврюшу нужно уничтожать. Блин, желательно быстрее. Он одну энергию оставил. Для чего? Для чего он оставил одну энергию? Для того, чтобы, наверное, раздавить кого-нибудь, да? Блин, раздавить кого-нибудь шаром. Мне почему-то так кажется. О, спасибо вам огромнейшее. Просто спасибо. Так, ну этому хана, друзья мои. Этого мы с тобой уничтожим. Вот этот, конечно, немножко нервирует. Так, смотри-ка, у нас уже 12-3. Нам дали кабачок. Ага, вылез. Явился и не запылился. Смотри, теперь самое интересное. Мы можем сделать вот так вот. Уничтожить этого зомби. А дальше. Этого полюбаську нужно бомбить. Так, выживает, получается, столько же здоровья. Столько же здоровья, да? Ну, это если выживает. Нет, наверное, нам придется вот так вот сделать. И переместить... Вот этот орех. Куда я его могу принести? Сюда. Но две энергии у него. Уничтожает растение. Понятное дело, у него был, оказывается, шар. То есть мы с тобой еще сейчас три в лицо получим. Что есть хорошо. На тебе. Ага, не вышло у него ничегошеньки. Давай, хильнемся. Я, может быть, ягодку спасу заодно. На тебе. Вот сейчас у него подкипит, ребят. Ой, подкипит. Ты посмотри, у ягоды сколько. Ну, естественно. Конечно же. Начинает тратить карты. Слушай, с одной стороны, это даже очень хорошо. Уничтожаем этого партизана. Сюда ставим
ландшафт. Теперь нам нужно кого-то сюда поставить, чтобы мы могли наносить с тобой урон. О, 20 уже к атаке. Плюс у нас с тобой есть тако. Тако мы, наверное, будем вот сюда тратить. Мне дали семечку, я выставляю ее сюда. Поехали. Ну-ну-ну, тратит свои последние там остатки роскоши. Не дает гаденыш, да, мне сделать? Опачки, а у нас тут подсолнух. На тебе. Опс, и все, ребята. Блин, офигеть. Я даже сам не ожидал, что вот так у нас получится. Серьезно говорю. Ну, наконец-то разбомбили. Опять же, ребята, будет еще одна форма этого, да? Разряда ржавого. И я думаю, что там все так легко не будет. Ну что, у нас следующий кто там будет? Я не знаю, мы, наверное, с тобой обратно перейдем пока на наш картофель-бабах. Будем играть за него. Поехали. Опачки, а тут разгром. А разгром чем славится, естественно, ребят? Своими мощными картами Гаргантюа. Ну, я не знаю, как-то... Ну, как-то вот не то, что надо. Серьезно, ну что это выпало мне? Ну, ладно, собачка, фиг с ним, еще сгодится. Шипастая лужайка, но остальное это все очень дорогое. Он медленно разгоняется, но очень мощно заканчивает. Поверь мне. Поставим сюда, чтобы у него как было меньше вариантов тут постановки своих зомби. Так, он сюда поставил надгробие, не побоялся. Ну-ка, хочу просто посмотреть, кто там. О, немножко я сплоховал. Жалко собачку, да? Просто сфейлил ее. Просто сфейлил тупо. Так, смотри, он поменял тактику. У него, короче, все зомби теперь пошли с броней и неуязвимостью. Вот такие вот у него, ребята, дела пошли. Так, этого зомби я не боюсь, он отдуплится на следующий ход. Что он сейчас будет вставлять? А вот этого кролика надо убирать. Надо обязательно убирать. Я не хочу, чтобы он здесь начал превращать в рыцарь и тому подобное. Смотри, что делать, а. Вот жук. Он мне в ответку просто сделал. Три в лицо мы еще получаем с тобой. Как бы мне до него добраться, а? Опять? И кто там может быть? 100% с неуязвимостью зомби. Тогда я сюда поставлю. Посмотрим. Но я так и думал, что зомби с неуязвимостью, ребята. Зомби получает плюс 3, плюс 3. Еще лучше. Так, этого давай ушатаем с тобой. Окей. Мне бы 10 энергии, знаешь, что бы я сделал? В этом случае. Хочешь, скажу? Да ты, наверное, уже догадался, да? Что бы я сделал бы? Я бы взял бы вот этого, поставил бы, а потом имитатора. И представляешь, у меня было бы два вот таких вот чудика. Это было бы на самом деле круто. Ну что? Блин, мне кажется, у него есть уничтожалка. Я поставлю сюда. А этого мы с тобой... Оу! Там надгробие, я тут... Блин, да что ж такое, я его не увидел. Он же будет сдвигать. Блин, он же будет сдвигать мне мину. Если там сумоист, то он сдвинет обязательно. А, ну ладно, так еще годится. Так, сколько там ему? 2 единицы урона. Ну все, ему крышка, короче, в любом случае. 2 в лицо. Дождик проливной нам выпал. Хм. Как ты заколебал, а? 4 энергии приберег. Зачем? Для чего? Скажи-ка мне. Для чего тебе 4 энергии, а, парень? Что ты там опять мутишь воду мне? Блин, боюсь уничтожить. Давай уже так, чтобы наверняка, да? Мы с тобой поставим вот этого вот. Поехали. Что там? А, минус 1, минус 1. Ну ладно, фиг с ним. Все равно это еще пока терпимо. На тебе, гаденыш. 8 хп у нас остается.
Так, поедание надгробия. Ага, ага, конечно. Разогнался. Кто там у тебя? Гаргантюа, наверное, какой-нибудь? Нет, к сожалению, не Гаргантюа. Это Лашпен у него там был. Что мы сделать с тобой можем? Блин, 9 энергии. Наверняка ждет. Просто поджидает, да? Просто поджидает, когда я лопухнусь. Слушай, давай я на всякий случай все-таки вот этого поставлю сюда. Раз. И, наверное, маленечко с тобой. Так, подожди-ка, я еще, наверное, сделаю вот так. Ну-ка. Ага, уничтожает растение один или меньше. Короче, этого ушатываем, здесь тоже ушатываем. У него одна карта. На тебе. Так, здесь выживает он, персонаж. Я вот не знаю, что у него за карта. Мне кажется, там будет что-нибудь типа уничтожить. Блин. Ну давай я вот так сделаю. Фиг с ним, как говорится. Фиг с ним. И вот так. Все это дело прокачаем. Ага, зомби с неуязвимостью. Замечательно. Так, сейчас 6 в лицо. Еще 3 в лицо. И бедного чудика у меня, конечно, подбивает. Опачки. Ягодка. Так, друзья мои, вот это уже хуже. Это уже хуже. Королик, на-ка, получи. Для начала. Так, еще населяем свои растения. Королю не жить. Пумс. На тебе. И этого зомби тоже уничтожим. Ну, ягода, будешь бомбить-то? Фух. Блин, на волоске, ребята, играем с вами. Надгробие вызвал. А я вот так сделаю. Опа-на. Что нам тут выпало-то? Прекрасно, вся шкала заполняется, а? Угу. Понизит атаку. Ну, я думаю, что это его, ребята, уже не спасет. Блин, уничтожает два или меньше. Ладно. Пробить он все равно не пробьет. Не хватит у него духу. Мы его тоже, конечно, тут пробить не сможем. Ага, зомби получает плюс 2, плюс 2. Я думаю, что это бесполезно, что он занимается. Мне дали банан. Че я могу только сюда его потратить? Да, ребят, повезло, что у него не было заклинание, которое могло бы уничтожить растение 4 или выше, или 5 или выше. То есть мы за счет него только здесь исправились. Ох, напряженно все это. Ну и, друзья мои, конечно же, ржавый разряд. Это, так, погоди-ка, мы с вами кого там брали-то? Мы брали с вами наш орех в доспехах. И ржавый разряд сейчас будет, наверное, лютовать пуще прежнего. Ты видишь прекрасно, что ему там подкинули. Вот этого шитика, который сразу же почему-то начал прокачиваться с какого-то перепуга. Талисман приветствует ржавого разряда. Очень надеюсь, что ледяной горохострел поставит его на лед. Как я его поставлю на лед? Хотя... Блин, не могу поставить. А почему не могу поставить мину сюда впереди? Странно. Так, ладно, мы хотя бы его заморозим. А он прокачивается, когда заморожен, или нет? Прокачивается. Что не есть хорошо, конечно. Так, рестлер тут еще появился. Блин, нам надо с тобой уничтожать этого ханурика. Всеми правдами и неправдами. Всеми правдами и неправдами. Он сейчас еще подкачается, да? Но у нас есть с тобой... Чтоб тебе! Начинается опять вот это вот... Трихомудия его. Блин, этот еще появился. Ладно, хотя бы одного уничтожим. И поставим с тобой защиту пока. Поехали. Так, ну этому крышка, конечно же. Это понятное дело. Единственное, что опять же прокачка пойдет у них.
него всего две карты. Как бы нам тут протянуть-то, а? Лужит. Ага, ага, пошло, поехало. Три энергии. Вот этого надо чпокать. Давай смотреть. 7 в лицо. У нас с тобой останется 11 хп всего лишь. Но. Понятно. Вылезло, да, чудо-юдо огородное. Придется так вот делать. И опять мы с тобой получим 7 в лицо. Может быть, конечно, не 7 в лицо. Может быть, защита сработает. Ага. Защита сработала. Кактус мне дали. Все, приехали. Приехали, друзья мои. Вот что я тебе хочу сказать. Могу только прикрыть, да, тылы, чтобы поменьше урона получить. Давай сюда вот перевесим. Так, а все равно... А, 7 лицо, ребят. Ну тут уже ничего не спасет. Хотя 9. 9 единиц здоровья. Еще последний шанс у нас с тобой, да? На то, чтобы выжить. Если он вот это вот растение мне сейчас уничтожит, то это будет крышка. Проверим. Это последняя надежда у меня здесь. Гаргантюа появился. Вот так он сделал. Понял? Бумс. Так, ну этого понятно, мы ушатаем. На тебе. Да-да-да, защита это, конечно, все хорошо, но... Но мы с тобой на грани висим. Так, Гаргантюа можно убить вот этим вот. Опа-на, опа-на, кто у него тут появился? Кто у него тут появился, ты посмотри-ка. 5. Теперь вот сиди и думай, какой нам сделать вариант. Тут 5 урона, тут 4. И тут еще 5 урона, ё-моё. Ладно, во-первых, нужно сделать шаманство. А зачем мне грибная поляна здесь, вот объясни. Так, 5 и 8 все равно, да, мы его не добьем. Поставлю туда вот так вот. Попробуем выжить, друзья мои. Нет, 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 не получится. Все-таки держал козырь в рукаве. Ты что, только что увидел, что он сделал. Все-таки держал эту вонючую вшивую карту у себя в руках и уничтожил мне мое растение. Так, смотри, у него вот эти вот чудики, которые прокачивают растения, да? И если мы с тобой возьмем, у нас есть, например, что-нибудь такое, кто уничтожит сразу же их. Таких у нас с тобой нету, к сожалению. Хотя есть, но он 4 энергии стоит. Я имею в виду на ранней стадии, конечно же. Слушай, а давай я возьму, попробую орехом сыграть. Ой, орехом, нашим бабахом. Попробуем за него. Может быть, все-таки здесь получится? Немножко сомневаюсь, конечно, я, но... Попытка не пытка, что мы теряем? Ничего. Так, что-то мне это уже до боли знакомое. Где-то я уже такое видел. Почему-то вот этот сразу начинает прокачиваться. Да я знаю, талисман. Какой нафиг талисман? Тоже мне нашли талисмана. И самое удивительное, что я не могу здесь поставить почему-то мину. Давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Он же все равно прокачивается, да? Прокачивается. Вот так мы сделаем с тобой. Уберем. И будем потихонечку бомбить. Оу. Это, кстати, неплохая карта. Этот занимается там своей тихой прокачкой. Тут рестлер. Ну, рестлера мы можем, в принципе, с тобой убрать. На тебе. Так, что это за чудик такой? Объясни, пожалуйста. 4-7. Ага, ага. Будет сейчас выставлять, да? Я понял. Ну что? Сюда поставить мину.
На тебе, олух. Да, видно то, что они сейчас будут опять же прокачиваться. Все не то. Так, это становится 2, 3, 4, 3, 4, точнее. Этот 6, 6. Ну, этого можем мы с тобой, например, задержать. Задержать, блин. Никого не стал выставлять, да? Заморозили. Что у нас тут? Дождик проливной. Нифига не надо там пока этого дождика. Да ты запарил, как ты вот достал меня. Вот надо его, вот именно его надо уничтожать на самом первом ходу, ребят. А я этого сделать не могу. И мне это, блин, просто бомбит от этого. Ну давай я поставлю сюда орех. Орех, ну и чего? Вот так что ли сделать? Посмотрим. На тебе. Вот этот напрягает. Ужасно как напрягает. Я офигею, блин, прокачка. Просто офигенная прокачка у него получается. Так, ну что, даже тратить на него ничего не хочу. Поехали. Че там все зомби получат? Плюс 2, плюс 2. Да. Если этих я еще контролирую, то вот тут вот все намного, ребята, хуже. Все намного хуже. Сейчас еще прокачаются. Нет, это заведомо уже какая-то фигня получается. Ничего не выходит толком, блин. Ну ничего толком не получается. Ты сам уже видишь, да? Тут какая-то бредотня просто. Тут только прикрываться. Он прокачку получил. Мину. Зачем нам это? Ну вот сюда если я поставлю, да? А он опять же станет еще круче. Трындец какой-то, а. 6-6. Я этого не могу добавить. Не хватает мне силы, чтобы его уничтожить. А этот тоже потихоньку прокачивается. Посмотри, что тут творится. Так, что у него там? Ты прикинь, он уничтожает. Ах ты шлепок, а. Ну и говнюк же ты, а. Вишня. Зимняя вишня, спелая вишня. Давай так сделаем. К примеру. И вот так. Ну-ка. Восполняет себе здоровье. А я, ребята, держусь на одной единичке здоровья. Офигеть. На тебе еще. Так, вот здесь, конечно, проблема. Как всегда. Пенек не дали. Опять ты, а? И что? Ты взял мозги для чего? Ты хочешь как... Понятно все. Я все, ребята, понял. Ну что, приходится вот так вот делать. Хотя бы прикрыться. Все зомби получают 2 плюс 2. Как ты достал, а? Как ты достал, ну серьезно тебе говорю. Мне на следующем ходу просто нечего даже будет сделать. Никак не прикрыться. Так, триас мне дали. Пошла прокачка, блин. Говнюка этого. Что я могу сделать? Бомбануть ягодку, да? К примеру. Ну, дальше что? Так, растение на всех линиях вытянуто, получает плюс 2 к атаке. Плюс 2 к атаке. Вот этого я не добью, поэтому, ребят, он будет сейчас прокачиваться.
Надо все-таки что-то искать подходящее. Я именно в плане того, чтобы вот этих вот говнюков уничтожать сразу же, на ранней игре. Так, мина какая-то мне выпала здесь. Ну смотри, она опять начинает прокачивать, и все. Как тут быть? Я поставлю, например, сюда тусенок, да? И вот сюда, вот, например, мину. Ладно, с этими я справился, предположим. Но у него еще 4 карты, а у меня карт вообще нет. А, этот же еще выживет, точно. Я еще сам себя убил. Кактус мне помог. Я говорю, на одной единичке здоровья живу, ага. И забыл, что кактус же бомбит по всем. Последний, ребята, шанс. Последняя попытка, я не знаю. Просто в шоке. Вот от этого говнюка я в шоке, ты понимаешь? Давай вот так вот. Не то. Ну, попробуем. Сразу же он увеличивает, да? А мне и сделать больше. Мне сделать больше ничего. Ну вот это вот только. Погоди-ка. Вот. Вот как мы его шлепнем с вами. Наконец-то он попался. Никакой ему, блин, прокачки. Наконец-то мы его сейчас, ребят, накажем. На! Гаденыши такие. Ну, теперь уже будет получше и попроще. Так, что он там будет выставлять сейчас? Ничего. Я могу только лишь... Слушай, а нужна ли нам эта мина? Пока, я думаю, не нужна. И не будем мы тратить вот на этого ханорика. Он этого не заслуживает. Ну, давай своих игр. Ага, конечно. Сумоист? Или кто там? Ну, обычно сумоисты у него здесь двигаются. Да, именно он и был. Так. Еще одна мина. Ну, теперь можно минки везде расставлять. Ага, вот он что сделал. Мы с тобой... Подожди-ка. Блин, и выжить не получится, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, поставим с тобой светильник. Жалко, что он убьет мне леденяшку-то мою. Но мы его да, мы его даже заморозить не можем. Твою же налево. Груши. Нет, парень. Блин, мне его и бомбануть-то нечем. Понимаешь? Хотя, подожди, почему нечем? Если я поставлю сюда две груши. Он наверняка уничтожит сейчас одну из них, да? Так это будет выглядеть или нет, парень? А ну-ка скажи ко мне на милость. Нет, ничего не стал уничтожать. Ну тогда да, тогда мы его уничтожим здесь. Именно двумя этими грушами. Давай в ответочку. Отлично. Накаляется битва у нас, накаляется. Хм. Слушай, а если я сделаю вот так вот? И вот так. Не понравится ему. Ой, как не понравится. Понятно, почему-то уничтожает именно светильник. Погнали. Че, 6 хп осталось всего лишь-то уже? Ребята, что он там заныкал? Ну, что-то заныкал. Сумоист? Нет, тут Гаргантюа. Сейчас передвинет кого-нибудь. Ягоду передвинул. А все, ему крышка, ребят. Нет, не крышка, нифига. Что-то я... А зомби получает плюс 5 к здоровью. Да, это вот пробить будет тяжеловато, если честно. Но он сам напросился на приговор, друзья мои. Вы понимаете, да, почему я об этом говорю? Мы сейчас... Слушай, а вдруг какой-нибудь подвох здесь есть? Да какой тут может быть подвох? В принципе, да? Я могу ему нанести... Вот так. Этого, например, шваркнуть.
И... вот так. Плюс ко всему поставлю сюда мину, чтобы нас тут никто не сдвинул, ничего не сделал. Смотри, что делает, а? Все, ягода уничтожает его. Бамс, а ягодка-то чпок. И ржавый разряд погиб. Вот оно, друзья мои. Победушка за нами. Было очень-очень классно драться. Разряд, я не скажу, что был из легких, как мне показалось в начале. Но дальше, кстати, заморозка. Давненько мы его не видели. И тем интереснее будет дальше играть, ребята. А конец сезона будет через 2 часа. Надо будет обязательно посмотреть в следующей серии, что мы получим. Ну, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.